Добрый день, меня зовут Дарья, вы на канале InCam TV. Сегодня я вас познакомлю с 5 сменами в Москве на осенние каникулы. Интересно? Приступим. Начнем с лагеря Nest Camp. В период осенних школьных каникул, а также смен выходного дня, лагерь располагается на базе детского оздоровительного центра Пушкина в экологически чистом районе Подмосковья, в лесу. Лагерь подойдет для детей 6-16 лет, для ребят, кто хочет быть в умственной и физической форме. Программа насыщена культурно-развлекательными мероприятиями, творческими мастер-классами, кружками, развивающими спортивными мероприятиями и соревнованиями. Ребята могут раскрыть талант, например, в столярном деле и даже основе сантехники, а юные леди в кулинарии или портном деле. Создать свой сайт, изучить основу видеосъемки или мультипликации – все это тоже можно сделать в лагере Nest Camp. И это далеко не все. Открыты смены выходного дня с 27 октября по 29 октября, а также на осенние каникулы с 29 октября по 4 ноября. Стоимость уточняйте на нашем сайте incamp.ru. Он будет в описании. Продолжаем наши осенние каникулы и переходим к лагерю IP Russia. Лагерь IP Russia расположен в 50 километрах от Москвы, недалеко от Звенигорода. Лесопарковая зона, большая территория, футбольное поле, теннисные корты, волейбольная площадка – все это есть на территории лагеря. Лагерь ждет ребят от 7 до 18 лет в осенние каникулы с 29 октября. Основная направленность – это изучение иностранных языков и не только английского. Не беда, если ваш ребенок не очень хорошо владеет иностранным языком. Ребят распределяют по классам. Также будет проводиться тестирование на определение уровня языка. Плюс по окончанию курса выдается международный сертификат IP. Так что всем будет комфортно. В лагере есть тренажерный зал, творческая студия, студия боевых искусств. Кроме этого, экскурсии по столице. Уверена, что ребятам будет что вспомнить после осенних каникул. Мы подошли к экватору нашего сегодняшнего списка и переходим к лагерю «Новая волна». С лагерем «Новая волна» мы знакомили вас и в предыдущем выпусках. Это один из самых креативных лагерей. Лагерь для ребят от 6 до 16 лет. Находится лагерь в Подмосковье. В лагере есть концертный зал, игровая площадка, спортивный зал, футбольная, баскетбольная, волейбольные поля, бассейн, а также тренажерный зал и бильярд, детский кафетерий и даже сауну. В 2017 году в лагерь на осеннюю смену приезжают иностранные гости, поэтому ребята смогут подтянуть свой разговорный английский, общаясь здесь и сейчас. Детям предоставляется возможность не только развиваться творчески, но и улучшить различные навыки и физическую подготовку. Ребята сами выбирают занятия по душе, а лагерь предлагает такие студии, как интеллектуальную, спортивную, студию красоты, студию языков и многое другое. Лагерь ждет ребят с 29 октября. Стоимость уточняйте на нашем сайте. Четвертый лагерь в нашем списке – E-Camp Real British. Смены начинаются с 8 октября по 13 октября. Также ближайшие с 19 октября по 24. Лагерь расположился в загородном комплексе Минфина в Домодедово. Гармоничная программа занятий английским языком и преподавателями из Великобритании в сочетании с отдыхом, развлекательными и спортивными мероприятиями. Что еще нужно в хмурые осенние дни? Лагерь рассчитан на детей от 9 до 17 лет. По окончанию курса каждый ребенок получит портфолио материалов курса, резюме преподавателя, сертификаты прохождения курса языковой школы от англичан. Лучшие студенты курса получают диплом с отличием и сертификат на дополнительные скидки на последующие программы. Цены и остальные подробности об этом лагере вы можете узнать также в нашем каталоге. И последний лагерь на осень 2017 – это лагерь Пушкина. Если вы ищете лагерь недалеко от Москвы, на территории со свежим воздухом, приятной ценой и насыщенной программой, тогда вас заинтересует лагерь Пушкина. Лагерь находится на 34-м километре Ярославского шоссе. Территория лагеря благоустроена, огорожена и круглосуточно охраняется. Вместительность лагеря составляет до 450 человек. Размещение в трехэтажных кирпичных корпусах в 3-5 местных комнатах. Большую часть времени дети проводят на свежем воздухе. Также на выбор есть кружки по интересам: оригами, мягкая игрушка, бисероплетение, лепка, роспись по дереву. А вечером ребят ждет кинотеатр на территории лагеря. Детей порадует крытый бассейн, спортивные эстафеты, а внимательный персонал поможет адаптироваться в лагере, завести новых друзей и раскрыть свои таланты. Лагерь рассчитан как на маленьких детей от 6 лет, так и для подростков до 17 лет. Смена начинается с 28 октября по 3 ноября. Стоимость также уточняйте в нашем каталоге. На этом сегодня все. Надеюсь, что вы нашли достойный вариант на осенние каникулы для вашего ребенка. Я на этом с вами прощаюсь. Смотрите наш канал. До новых встреч!